Вот она, рыба моей мечты. Отставить музыку! Итак, бойцы, становись в строй! Да-да, вы, бойцы, в строй, без разговорчиков! Да, Майгуль, без разговора, он очень опасен. Итак, сегодня день призывника. Я сказал, в строй! Сегодня день призывника, поэтому ты, боец, собирай вещи и уходи. Слушай, а так я не могу, у меня эфир как бы здесь еще... Хорошо, боец, я понял, тогда ты, боец, собирай вещи... И уходи в армию. Ой, я тоже не могу, у меня эфир. Так, хорошо, тогда ты, боец, собирай вещи и уходи. Ну, я как бы тоже не могу, у меня эфир. Так, хорошо, тогда я соберу вещи и уйду. А, Артак, у тебя тоже эфир, ты тоже не можешь. Ну, черт возьми, но кто же тогда соберет вещи и уйдет? Постой, вернись. Так, итак, бойцы. Так, ваше имя, боец? Федор. А ваше имя, боец? Я забыла. Отлично. Ну, а ваше имя? Ольга. Не слышу. Ольга. Я сказал, не слышу. Ольга. Я сказал, не слышу. Ольга. Ай, не вижу. Я сказал, не вижу. Боец, прекратите поясничать. Вообще, вы ведете себя как тряпка. Тряпка? А это ты видела? Ой, вау! Какая манту! А где вы ее делали? Старогородской. Так, отставить! Приступить к комментариям к видео. Ну что ж, мы принесли вам очередную порцию видео ржачек. И начнем с первой. Видео с передачи «В мире военных животных». Tja, dabei sollte es doch eigentlich eine Friedenstruppe werden. Отличный верблюд. Ох уж этот армейский юморок. Рядовой, вы как всегда в своем духе. Если можно нам здесь показать, что происходит на мониторе, на экране. У нас здесь... присылали нам Ольга картинки, вот КТ в армии, например. КТ в армии, и тут мы с полканом на границе. Тоже как бы читаем письмо. А что там жучка-то написала? Что там, скучает, ждет меня? Наша служба и опасна, и трудна. Вот сейчас откроется картинка. Ох уж эти нюни в строю! Как бы, да. А, все в грязи. Не подобает. Дальше? Далее. Многие отлынивают от службы в армии, но также многие пытаются туда попасть. Итак, смотрим. Вот она, рыба, смотрим. Как видео мы... нам. Ребят, вы не понимаете, я должен служить. Ребят, я должен защищать Родину. Да держи его, Джеки. Его мать сказала, она убьет нас, если он будет служить. Ребят, вы ничего не понимаете. Я должен быть в армии. Джек, держи его. Ребята, я должен быть в армии за Родину! Ребят, я ляг на него. Я ляг на него. Дубль два. О, и вот за Родину! Ребят, я лягу на него. Так что, стремление идти в армию очень даже не приветствуется. Да приветствуется, приветствуется. Итак, мы продолжаем. Далее. Учеба и армия очень тесно связаны друг с другом. Поэтому следующее видео про двоечника.
Мам, я, кстати, сегодня двойку получил. Уходи, ты мне больше не сын. Мам! Мама! Ну что? Кажется... Ольга! Ольга, там враги! Там враги, скорее, одевай каску! Ольга, юмористический огонь по врагам! Отлично, все враги повержены. Продолжаем. Двигаемся далее. Угомонитесь, салаги. Так, разговорчики. Разговорчики и смешки в строю. Моя волшебная зубочистка. Она вам идет, кстати. Не подлизывайся. Настоящий армеец должен обладать многими качествами, в том числе и аккуратностью. Смотрим. Ох, какой же я неряшливый, уронил свою белую рубашечку. Ну почему же? Почему же я такой невнимательный? Я не понимаю. Ну почему? Невнимательный! Ох, господи. А. Эх, интересно, а ржавый гвоздь во лбу хуже, чем нержавый гвоздь? Да какая разница, я рубашку уронил свою. Друзья, извините, что сейчас отвлеку. Можно поздравить всех нас. У нас ровно 1012 лайков вот под нашим видео. Как бы перевалили отметку в 1000. И можно нас всех поздравить. Вот так вот сделать. Дай 5. Пятерик, рядовой. Рядовой, но у меня вопрос. Где ты был, когда отметка была на уровне 1001, черт возьми? Потому вот я только что я обновлял страницу. Было 999, обновил уже 1012. Спасибо. Всем онлайнерам, кто смотрит нас. Ну, чтобы вы не были жесткими, хочется прочитать сообщение, которое приходит от наших зрителей. Весельчаки появились, они клевые, оу, е. Е-е-е-е-е. Она все равно будет служить, скажите ей, подлизывание не помогут. Это он. Ты. Неважно, они все будут служить. Продолженица. Автоваз начал выпускать боевую технику. Внимание. Слушай, Михалыч, подай это лом. Вот, держи, вот он сел. Как вы видите, АвтоВАЗ даже в армии работает. АвтоВАЗ. А теперь ключ на 16 подай. Одна полетит больше, мне кажется. Мы двигаемся дальше. В армии приказы не обсуждаются. Всем ясно? На экран, я сказал! Малько. Yes. Малько. Yes. Малько. Yes. Что ты веселишься, слабак? Yes. А что ж мне не веселиться-то? Упал, отжался, быстро! Хорошо, сэр. Еще! Так, сэр, я как бы не то чтобы... Я мэм! Возражаю, но... Еще! Это немножко утомительно. Можно я прекращу? Еще раз! Ой, ёшкин, ты у вас твердый пол, кстати говоря. Прекрати, поясничай, слабак. Тебе никогда не служить нормальной армии, только своей унизительной. Оля, это твое любимое упражнение? Да. Он больше всего показывает мышцы в этом упражнении. Поэтому все его мышцы работают. А работают мышцы бицепса, трицепса. Ну хорош, хорош, не смущай. Ничего делайте. А, так. Может, можно продать пару тренажерчиков? Как говорится, продолженница. В армии должны служить все, без исключений. Никаких. Никаких исключений даже для тебя. Угу. Где-то тут должны быть мыши. 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 Мыши, 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 мыши. Мыши. Эй. Мыши. Мышь, 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 мышь. Где вы? Я же видел вас здесь вчера. Мыши. Мыши. Кошка! Будьте готовы к любой атаке и любому нападению. Враг может быть где угодно. Таким пугливым не место в нашей армии. Ну и напоследок, солдаты, которые будут петь в армейском хоре, готовятся с самого детства. Они разучивают армейскую песню. Это гимн их взвода. Черт возьми, почему у их взвода есть гимн, а у нас нету? Итак, бойцы, в строй. Значит, песню запевай.
Ты смотри моё ТВ. Ты смотри моё ТВ. Дома на работе, а также во дворе. Дома на работе, а также во дворе. Без толку ты не сиди. Без толку ты не сиди. На моём портале будь в сети. На моём портале будь в сети. На-на-на-на. На-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. Разойдись, слушай, это круто, эй! Будь в сети! На моем портале. Да. Ну, в смысле, на нашем. Он называется так, короче. Ну, он общий, как бы, любил. Пошел он, давай! Вперед! Мое ТВ. Мое ТВ. Ежедневно с 6 до 10 вечера.